Здравствуйте. Сегодня у нас 24 марта 2024 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас плюс 3 градуса. Днем будет вообще там плюс 7, плюс 8. Отличная погода. Знаете, что я заметила, как только вышла на улицу? Воскресенье. Сегодня из-за погибших. Там же еще были. Объявили траур? Да. Мне писали, что сегодня 24-е. Ромасу написали, что объявили траур. Приношу свои соболезнования всем семьям погибших. Естественно. Так, мы сейчас вышли. Несмотря на то, что в воскресенье на улице необычайно много людей. У нас не... работает электротранспорт. Не работают ни метро, ни трамвай. Простите, я немного подтормаживаю, потому что я иду, слушала, о чем говорит Ромас. Ну и далее такие пустили автобусы бензиновые. Я так понимаю, бесплатные. И люди ездят, пересаживаются очень много. Сейчас мимо нас проезжало 3 автобуса. И, знаете, они почти полностью наполнены людьми. И, ну, понятно, что в воскресенье люди кто на рынок, кто куда, по каким-то своим делам. Так что свет тоже еще всем не дали. Отопление, естественно, не дали. Ну, ничего страшного. Это все можно пережить. Ночью, как прошла ночь? У нас, во-первых, вечером была ракета. Прилетал ли дрон? Или дрон, или ракета? Я не интересовалась этим вопросом, просто был взрыв. Так что идем сейчас на рынок. Посмотрим, что там сегодня будет. Мы пришли на барахолку. И сейчас пока шли. Сейчас... Привет. Сейчас пока шли, а там детки маленькие играют в футбол. И светит солнышко. Малыши играют в футбол. Родителей куча. Это все фотографируют, там снимают на видео с тренером. И причем там разные категории детей, старше, младше. Есть вообще такие с виду лет по 6. Здорово вообще. Дали свет и вырубили, да? А на сколько дали? Ну дали, смотри, где-то в районе часа включили. На 4 часа. Ну это чтобы типа успели телефоны зарядить, да? На 4 часа свет дали, опять выключили. Светофоры не работают, ничего не работает. Ничего не включается. Все надеются на лучшее. Света наши, нет ни у кого людей. Они делают еще. Ой, смотри, там он какая-то винтовка. Дизайн, наверное, пневматическая продается. А сейчас посмотрим. Да. Чудеса говорят. И так, а? Ну, эти ремонтники наши. Чудеса и так говорят. Да, наши люди молодцы. Энергетики, коммунальщики. Они работают всегда под обстрелами. Несмотря ни на что, стараются сделать жизнь харьковчан как можно лучше. Невзирая ни на что.
Что, Кирилл так рано домой ушел? Куда домой? А, нет? Я думаю. Я думала домой. Карамаз исчез. Иди он. Человек книги увидел? Я следил просто. Увидел книги. Мне просто... Я пошел. А где же он есть? У нас уже много времени. Я знаю. Среди этих... Здесь ну, только что Кирилл проходил. Не про книги, он не все знает. Ну, в принципе, да. Бывали такие случаи, кстати, хочу вам рассказать из жизни, что когда даже 20 антикваров мимо пройдут, это не показатель, что что-то не останется. Потому что бывает такое, что люди ну, вот, не видят шедевр. У меня было такое... Нет, бывает именно шедевр. Когда-то я купила фарфор 1830-х годов. Да не только это. И сколько людей прошло, я вообще даже в руки его не взяла. А потом все, когда увидели, все такие бегали. Где ты этого взяла? Где ты это взяла? Где ты это взяла? Я говорю, так оно же стояло целый день. Никто не видел. Это необъяснимо, но это факт. Да, чудеса бывают. Да. Вот лежит вещь, а люди вот проходят мимо, она как для них невидима. Поэтому бывает такое, что в 5 утра придешь, ничего не купишь. А бывает такое, придешь уже, когда все прошли, все, кто только мог. И казалось бы, что там уже ловить, там ничего не может быть, но нет. Там находится, ну, в общем... Если вещь твоя, то ты ее обязательно купишь. Как-то вот так бывает. Так и с картинами тоже было. Так тоже стоит картина. Все проходят мимо нее, проходят. А потом оказывается, что это Ренуар. И все такие, в смысле? Я ее видел, а я ее не купил. Ой, вот я... Ну, разное бывает. Солнышко. А сегодня Лара приехала. Может, и Лена будет? Уже вчера. Далеко. Ну так автобусы ж пустили вот эти. Автобусы. Автобусы пустили вы со всех районов. А еще я вчера слышала, кстати, что у нас... За вчерашний день накормили, по-моему, 40 тысяч человек бесплатными обедами. 100 тысяч? Мнения разделились. Кто-то говорит 100 тысяч, кто-то говорит 40 тысяч. В общем, бесплатными обедами кормят людей. Да, он Лена, я ее вижу. Здравствуйте. Добрый день. Свет дали у вас? Нет, света нет. Не давали даже вчера? Ну, здесь, когда был здесь, Кириллу вчера дали на 4 часа и опять выключили. На космической. Нет, вообще, я слову. Пока нет. Нету самого, телефон уже 1-2% осталось и все. Ужас. Света нет, ничего нет. Еще и ветер сегодня.
Ну да. Компактно выставил все, как бы надо. По чуть-чуть всего. Какая у вас чашка? Еще и в родной коробке. Да. 1.08 рубля. Стакан. Это вообще такая редкость, чтобы это в родной коробочке было. А куда? Смотри, мне вчера хватило. Так, да. Хватит, я последний отсюда ушел. Цвет метис. Да, красота. Аметистов. Впервые вижу такого цвета. Хорошего дня. Взаимно. Спасибо. Вот это да. Беларусь. А там проигрыватель внутри. Видите, какие у нас раритеты. Можно увидеть там барахолки. И ловить волны. Киев, Минск, Ленинград, Москва, Варшава, Тбилиси, Бухарест, Рига, Хельсинки, Берлин, Париж, Стокгольм, Берлин, Брюссель, Белград, Лондон. Здорово. Такой винтаж. А сколько стоит такое? 2,5. 2,5. В интерьер вообще. Да, вообще. Состояние хорошее. Все родное. Игрушки родные. Все родные. Так, сколько всего? Сколько интересного. Кладовая грязного белья. Ромас куда-то опять убежал. Привет. Костяные бильярдные шары. Какая красивая вазочка. Очень красивая. Ой. Как с тобой договариваться? Прожи. Варшава. Еще с двуглавым орлом. Какая прелесть. Очень мне нравится. Туда, наверное, стекло еще вставлялось. А может быть и нет. Может быть и без стекла. А сколько... Сколько такая вазочка? 2000 гривен. Здесь подстаканник у человека. Видимо, невидимо. Она и не работает. Но ее нет. Тройка. Мы ее включали вот когда там на твоих девочек. Она еще не работает. Картинка.
Потому что если ее запустить, фигурки. Вот эти все санстанции налоговые. Куда ты уже хотел запустить санстанции налоговые? Красота. И ромашки. С васильками или незабудками. Так это можно чуть-чуть не стёкла-то почитать, каждая по полтинке. Металлолома. А там он еще куманец такой стоит, будянский. Будянский куманец. Вот я начитал на гривен на 350. Я покупаю за 20, никто не покупает. Соточка, да? Красивый. Сколько? 100 или 150? А за 20 никто не будет. Здравствуйте. В общем, у кого не спрошу, света у людей нет. Здрасте, здрасте. До Славы, Павел. Здрасте. Будешь ехать, я возьми меня, привези хотя бы до церкви. А у вас свет появился, Витя? Ну, вчера часов 8 начало. Включили и не выключали? Ну, утром не выключали. Ага. Не-не-не. Здесь включили свет. Смотрите, какая старинная. Вася, а как это называется? Вася. Как вот это называется? Цип? Это для чего? Цип. Это же комбайн, молотили. А. Это я, кстати, положил за 300 грамм. Да? Это очень редкая вещь. Они сохранились, потому что тут кожа сыромятная. Да. Погнила, видишь? Ага. Такая уникальная вещь 19 века. А, снопы складываешь, и потом этим мотыляешь. И пшеница высыпается, да? И пшеница высыпается. Поняли, зачем это нужно? Вот так раньше работали. Тип. Так, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.